На прошлой неделе детей из Иловайска встречали в Ростовской области. Студия современной хореографии «Танцующий город» отправилась, можно сказать, на гастроли с выступлениями в Новошахтинске и Новочеркасске. Для гостей из Донецкой Народной Республики были организованы также экскурсии в Вознесенский войсковой патриарший собор и Новочеркасский атаманский дворец-музей. Поездка иловайчан в Россию состоялась благодаря помощи активистов проекта «Дорога к миру», целого ряда благотворительных фондов и местной администрации. Мы рады этой встрече. Я думаю, что это первая такая ласточка добрых отношений, потому что мы всегда были дружественными народами. Для нас никогда не было границ. Пусть эти границы будут мирными. Пусть наши дети живут в мире, в радости, в искусстве и в хорошем, добром общении. Иловайские самодеятельные артисты приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Еще до встречи вышла нам разлука, и все же о тебе я вижу сны. Да разве мы прожили друг без друга? Мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было. В своих концертных номерах детвора Иловайска сумела донести до зрителей собственные личные переживания и впечатления о войне. Третий день в окопе загнали нас толпой на строй, эй, сотен пять и более, и вот опять летят, опять они где-то рядом, снаряды из градов, по нам ложатся градом, но ничего, мы же русские, и нас не сломать, не зря же дома молитву читает наша мать. Приглашение российских друзей иловайчане приняли без колебаний. Для коллектива «Танцующий город» эта поездка за пределы республики стала первой за последние несколько лет.